Сегодня сотрудники органов внутренних дел отмечают профессиональный праздник. На Ставрополье безопасность и правопорядок обеспечивает более 15 тысяч полицейских. Лучшие из них собрались в Ставропольском дворце культуры и спорта. Какие сюрпризы приготовили стражам правопорядка, расскажет Кира Рогожина. На пару часов и можно забыть про текущие дела и отдохнуть. Многие стражи правопорядка вместе с родными поддержать супруга и папу пришли Эмма Грицай и полуторагодовалый Родион. Для семьи это лишний повод побыть вместе, что, признается Эмма, такая редкость. Оттого на вес золота. Жена полицейского говорит, это тревожно, но почетно. Гордость за нашего папу, то, что он нас защищает, защищает даже всех. Гордимся им, желаем ему терпения и здоровья. Думаем, что наш сынок пойдет по стопам папы, также будет защищать нас всех. Поздравить стражи правопорядка пришли первые лица края. О значимости профессии и высокой ответственности полицейских еще раз подчеркнул губернатор Владимир Владимиров. Я всегда привожу пример очень простой. Говорю, вот вы все пытаетесь критиковать, да, полицию, там, власть и все остальное. А ведь что-то случится, никто, кроме 0,2, больше других цифр не знает. Мы сейчас сегодня 112. И все говорим, что, пожалуйста, придите на помощь, помогите. Поэтому вам за вот это вот мое личное понимание и за вашу работу всем огромное спасибо. В год 70-летия Великой Победы особое внимание в ведомстве к ветеранам МВД. Вы помогаете нашему молодому поколению просто бескорыстно, безвозмездно. Спасибо вам большое. Мы вас видеть рады ежедневно в каждом коллективе. Не только в праздники, а и в будни. Заслуженные награды получили отличники службы, в их числе командир отделения патрульно-постовой службы из Александровского района Алексей Безлудный. Рад, что отметили меня в первую очередь. Заслуженно руководство выбрало, я думаю, на их мнение. Поэтому будем оправдывать их надежды и работать дальше. Для гостей торжества свой сюрприз приготовили бойцы спецподразделения. В холле ДК представлена выставка огнестрельного оружия. Арсенал внушительный, от пистолетов до гранатометов. Каждая единица закреплена за действующим сотрудником Ставропольского ОМОН. В данный момент за мной закреплен автомат Калашникова, пистолет Макарова. По моей должности, по моему званию. Это ваш? Да. Здесь нету магазина, и к нему прикреплен подствольный гранатомет. Отличным подарком стражам правопорядка стал и яркий концерт, который приготовил коллегам культурный центр «Главка» и творческие коллективы края. Кира Рогожина, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.